Яркое солнце, ослепительно белый снег и лыжня. Жители Цивильского района отметили начало весны по-спортивному. Третий год подряд в Цивильском районе проводятся соревнования «Хорнварская лыжня». Ежегодно гонку посвящают представительницам прекрасного пола. Изюминка этих стартов – эстафета на охотничьих лыжах. Самыми быстрыми здесь оказалась сборная деревни Таубай-Косы. Традицию мы начали в Хорнварах. Людьми с своей деревни собрались один прекрасный день и решили посоревноваться. А теперь у нас начинается почти как будто районное соревнование. Мы радуемся, что люди собираются, школьники приезжают. Самым маленьким участникам пришлось преодолеть дистанцию в 300 метров. Быстрее всех ее прошли девочки Вика Почтарева и Кира Шульдикова. Среди школьников постарше на дистанции 1 километр лучшее время показали Мария Савельева и Илья Андреев. Взрослые лыжники проходили уже 3 километра. Проигравших не было. Очень приятно, конечно, и народ очень доволен. Все выходят. Каждый год погода как бы позволяет. Хорнварская лыжня недавно не организована. Очень хорошо. И чай есть, и второй есть. Людей долго. Медалями и кубками наградили не только самых быстрых, но и самую юную участницу, 3-летнюю Анну Павлову, и самых взрослых, 80-летних Илью Александрова и Геннадия Еронова. После финиша всех участников и зрителей угостили горячим чаем и ароматной кашей. Галина Титарчук, Игорь Зверев, Республика. Субтитры сделал DimaTorzok.